Еще ближе к звездам стали воспитанники Петербургского клуба космонавтики. Во Дворце творчества юных губернатор Георгий Полтавченко открыл центр связи с орбитальными аппаратами. Внешне это просто компьютер, но на самом деле целый комплекс антенн и сложного оборудования, который позволит школьникам отслеживать спутники и считывать с них информацию. Например, получать метеоданные. Наземный пункт связи также принимает фотографии Земли со спутника, причем не только в обычном режиме, но и в инфракрасном диапазоне. Ну и самое главное, благодаря центру дети смогут выходить на связь с МКС. Открытие приурочили к старту 10-й юношеской научно-практической конференции «Будущее сильной России в высоких технологиях». В Петербург приехали молодые конструкторы и программисты со всей страны. Вы выбрали, наверное, очень правильный путь. Путь, который приведет вас именно к тому, чтобы делать нашу страну лучше, сильнее, красивее. И я от всей души желаю вам на этом пути удачи. Три дня будет работать конференция. В фойе Дворца творчества юных вполне материальное воплощение многих идей и задумок. Эти роботы не игрушки, а уменьшенные модели больших машин, которые могут пригодиться энергетикам, полярникам, строителям. А студенты политеха мечтают не о небе, а о скорости и построили настоящий гоночный болид для студенческой формулы.